бәсекелестіктің жай-күйін талдау және оның дамуын тежейтін кедергілерді анықтау арқылы тауар нарықтарына тең қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында агенттік бағалық сөз байласуға жозықсыз бәсекеге нарық субъектілерінің өзінің үстем және монополиялық жағдайын теріс пайдалануына қарсы іс-қимылдар жөнінде жұмыстар жүргізеді. Так, в 2012-2013 годах агентством проведено более 50 анализ товарных рынков, результаты которых свидетельствуют о недостаточном развитии конкуренции в железнодорожной, фармацевтических отраслях, топливно-энергетическом комплексе, телекоммуникационном секторе. По результатам анализов агентством в отраслевые государственные органы внесены 63 предложения, из которых 13 приняты к настоящему времени к реализации, 16 находятся на рассмотрении. Наряду с этим совместно с антимонопольными органами стран СНГ исследованы рынки услуг авиаперевозок, телекоммуникации, продовольственных товаров. В настоящее время совместно с Евразийской экономической комиссией проводятся анализы трансграничных рынков, электрической энергии, услуг международных авиаперевозок, роуминга. В рамках работы Межгоссовета по антимонопольной политике стран СНГ проводится анализ рынка зерна. В целях своевременного выявления фактов антиконкурентного поведения участников рынка начата работа по совместному мониторингу цен на лекарственные средства в странах СНГ, продовольственные товары в приграничных регионах таможенного союза и исследования рынка нефтепродуктов. В целом, по фактам нарушения антимонопольного законодательства, агентством за период первой полугодия 2013-го проведены 46 расследований, а сумма штрафов, поступивших в бюджет, составила 146 миллионов тенге, что выше по показатели аналогичного периода на 18%. Между тем, существуют основные системные проблемы, сдерживающие развитие конкуренции. Таковыми является несовершенствование законодательств, зачастую ограничивающие конкуренцию, а также необоснованное участие государства в предпринимательской деятельности. Для решения данных вопросов предлагаются следующие меры по совершенствованию системы защиты конкуренции на товарных рынках. Первое. Совершенствование механизма нормативно-правового регулирования. На протяжении последних 20 лет основным вопросом реформы государственного сектора стран-членов ОЭСР было создание системы методик регуляторной нормативно-правовой политики. Совокупность таких методик представляет собой процесс систематического анализа нормотворческой деятельности государства с целью выявления возможных эффектов от введения им регулятивных мер, получила быстрое распространение в большинстве развитых стран и называется она анализом регуляторного воздействия, коротко АРВ. То есть это своеобразный фильтр, целью которой является недопущение появления неэффективного регулирования, наносящего вред экономике, системе государственного управления и не достигающее заявленных целей. В настоящее время Министерством регионального развития разрабатывается концепция регионального предпринимательства, регулирования предпринимательской деятельности, в рамках которой предусматривается поэтапное внедрение данного анализа. Аналогичную работу ведет также Национальная экономическая палата Казахстана «Атамекен». Обе разрабатываемые системы основаны на имеющем положительном международном опыте и, по сути, имеют одинаковые подходы. Вместе с тем, для внедрения наиболее прогрессивных методов государственной поддержки и эффективности использования бюджетных средств, повышения конкурентоспособности наиболее проблемных отраслей отечественной экономики, на наш взгляд, необходимо охватить анализом регуляторного воздействия также и нормы по внедрению государственной поддержки, которая оказывается за счет бюджета. Данная необходимость обусловлена поставленной задачей по обеспечению устойчивого развития экономики страны. Как правило, эта задача достигается путем государственной поддержки, в том числе путем выделения регионам бюджетных субсидий наиболее значимым секторам общественного производства. Между тем, такие меры зачастую не достигают ожидаемых целей. Это потому, что возникают условия неэффективного распределения ресурсов и появления неверных рыночных сигналов. Более того, могут возникнуть предпосылки появлению и осуществлению убыточных и неэффективных предприятий, построивших свою бизнес-модель на иждивение за счет государства. Из-за таких мер поддержки увеличивается нагрузка на бюджет, возникает препятствие в развитии конкурентной среды, потому что появляются неравные условия хозяйственные между государственным и частным бизнесом. Примером тому служит получение сельхозпроизводителями субсидий за гектар обработанной земли, причем неважно, получит урожай с этого гектара или нет.
В свою очередь, агентством разрабатывает систему оценки взаимодействия различных регуляторных норм на конкуренцию. Начальным этапом процесса оценки воздействия на конкуренцию является внедрение методики простых вопросов. Она позволит обеспечить определенные аналитические рамки, позволяющие разработчику изначально при разработке регуляторных норм избежать негативного воздействия на конкуренцию или, если это невозможно, смягчить его. В этой связи, уважаемый Сергей Климович, предлагается в рамках разрабатываемой концепции госрегулирования предпринимательской деятельности до 2020 года предусмотреть отдельный подраздел по оценке воздействия нормативно-правовых актов на конкуренцию. Нами уже разработан соответствующий проект методологии по оценке. Второе. Стимулирование экономической активности. Повышение роли и активности частного капитала в развитии экономик страны возможно при максимальном устранении всех ограничений. Это особенно актуально в условиях работы Таможенного союза. Агентством такая работа проводится. В целях оптимизации контрольных разрешительных процедур по проведению анализов предоставления согласия на экономическую концентрацию, нами в ближайшее время будет осуществлен переход на электронный формат и интеграция с базами данных других государственных органов, как агентство по статистике, Минфин, юстиции и так далее. Главой государства еще в 2007 году поставлена задача по сокращению сфер естественной монополии. Законодательно к субъектам естественным монополиям относятся 13 сфер, включающие 48 видов деятельности. В этой связи в целях выполнения поручения главы государства полагаю целесообразным разработать долгосрочную программу по поэтапному выведению услуг из перечня регулируемых услуг, товаров, работ, субъектов естественной монополии, конкурентную среду, для чего предлагается создать соответствующую рабочую группу из числа заинтересованных государственных органов. Третье. Сокращение необоснованного государственного участия предпринимательской деятельности. Одним из главных достоинств закона о конкуренции 2009 года является законодательное ограничение государственного участия предпринимательской деятельности, которое основано на типовом законе о защите конкуренции ЮНКТАД и рекомендации ОЭСР. Кроме того, данные нормы заимствованы у таких стран, как США, Сингапур, страны ЕС. Следует отметить, что такое ограничение на постсоветском пространстве существует лишь в Казахстане. Данная норма и ее эффективность высоко оценена нашими партнерами по Таможенному союзу и уже включена отдельной главой в проект разрабатываемого модельного закона о конкуренции. Так, в период администрирования закона о конкуренции агентством было рассмотрено около 5500 ходатайств на дальнейшую деятельность субъектов квазигосударственного сектора. Это госпредприятия, АО, ТО. В соответствии с требованиями статей 77-78 закона о конкуренции, предприятия с госучастием, получившие отказ на дальнейшую деятельность, должны быть приватизированы или преобразованы в государственные учреждения. Однако, несмотря на данное предписание, госорганы зачастую не торопятся передавать подведомственные организации конкурентную среду. В настоящий момент из 440 предприятий, получивших отказ, 226 предприятий до сих пор не переданы конкурентную среду. Как нам видится, одной из причин такого положения дел является существующие нормы закона о государственных закупках, предусматривающие закуп из одного источника в госпредприятии юридических лиц со 100% участием государства, а также непривлекательность данных активов, их переоценка и убыточность. Таким образом, несмотря на отказ антимонопольного органа, госпредприятие продолжает функционировать и получать госзаказ. Полагаю, озвученная проблема требует более жестких мер, в связи с чем предлагаем, уважаемый Сергей Климович, поставить на утрату постановление правительства Республики Казахстан от 11 июня 2007 года номер 483, позволяющее госпредприятиям, получившим отказ, оставаться на рынке в форме АО и ТО. Также предлагаем пересмотреть подпункты 31 и 31 прима 1 пункта 1 статьи 4 закона о госзакупках, в частности применение порядка осуществления госзакупок из одного источника у предприятий с участием государства, что будет большим стимулом для развития частного бизнеса и конкуренции. Кроме того, с 2014 года ожидается предоставление равного доступа к госзакупкам субъектов рынка стран-участниц Таможенного союза. Свободный доступ на рынок Казахстана крупных иностранных компаний не исключает возможность проявления ими антиконкурентных действий, картельных соглашений и недобросовестных деловых практик. Это может привести к определенным негативным последствиям. При этом антимонопольный орган не наделен полномочиями по осуществлению такого контроля.
В России, к примеру, это осуществляет специализированные подразделения Федеральной антимонопольной службы, в том числе Управление по борьбе с картелями, Управление по контролю за процедурой закупков, торгов и аукционов. В связи с чем предлагаем усилить работу по борьбе с картелями и сговорами на торгах при осуществлении закупок, а также рассмотреть вопрос о наделении антимонопольного органа функциями по осуществлению контроля за процедурой закупок, торгов и аукционов. Более того, в системе закупок Республики Казахстан наблюдается разрозненность и отсутствие единых подходов. Данную систему можно условно разделить на следующие виды. Это государственные закупки, которые регулируются в соответствии с законом о госзакупках, закупки национальных компаний, недропользователей, субъект естественной монополии и другие. По каждому вышеперечисленному виду имеются свои правила. В целом такое разделение можно объяснить специфичностью деятельности заказчиков, осуществляющих закупки. Из всех вышеперечисленных закупок прозрачность и объективность проведения закупок наблюдается в госзакупках. Это обусловлено жестким контролем со стороны государства. Непонятно, кто осуществляет контроль за соблюдением правил закупок недропользователей и других крупных компаний. Главной задачей таких закупок является не только обеспечение равного доступа к ним, а также обеспечение казахстанского содержания. При этом следует отметить, что объем закупок и недропользователей крупных нацкомпаний в разы превышает объемы государственных. В этой связи считаем, что подходы и принципы проведения закупок должны быть едиными для всех участников рынка. Для чего предлагаем, уважаемый Серик Немеч, разработать проект соответствующего законопроекта «Единый закон о закупках», который будет обязательно для всех видов закупок, независимо от форм собственности и источника финансирования. При этом за основу можно взять типовой закон о публичных закупках, разработанный комиссией ООН по международной торговле. Такой закон позволит решать Казахстану внутриполитические задачи, в том числе оказание поддержки малому и среднему предпринимательству в той степени, которая допускается международными обязательствами. То есть данная практика уже имеется в мировой практике в других странах. Четвертое. Совершенствование антимонопольного регулирования. Состояние конкуренции в экономике страны является наиболее точным индикатором успешности рыночных преобразований. Одним из наиболее эффективных систем антимонопольного регулирования в мире является эта система США, Японии, Австралии и стран ЕС. В этих странах применяется интегрированный подход, где помимо действия сильного антимонопольного законодательства применяется рыночное регулирование. Это позволит получать прибыль посредством выпуска и реализации качественных товаров, продуманного менеджмента и соблюдения принципов честной конкуренции. Как показывает мировой опыт, разумное совмещение элементов свободного рынка и государственного регулирования позволяет стимулировать устойчивый экономический рост и стабильность национальной экономики. Существующий в Казахстане механизм антимонопольного регулирования основан, в частности, на введении государственного реестра доминантов на фоне международной практики развитых стран и в условиях интеграционных процессов в ЕЭП является барьером для эффективного и оперативно реагирования по факту нарушения антимонопольного законодательства. В итоге результаты анализов с учетом длительности процесса обжалования в судах зачастую становятся неактуальными. Приведу пример. В период обжалования сотовыми операторами решения о включении их в реестр по услуге интерконнекта отраслевому регулятору, в данном случае Минтранском, на протяжении более полутора лет не позволялось провести экспертизу цен, а агентству по защите конкуренции рассмотреть действия доминантов на предмет злоупотребления своим положением. Тарифы на интерконнект в Казахстане являются очень высокими и влияют на конечную стоимость мобильной связи. Буквально недавно вступило в законную силу решение суда в пользу агентства, в связи с чем в скором времени ожидается снижение цен на услуги сотовой связи после проведения соответствующей экспертизы. К примеру, если бы у нас не было этого реестра, мы бы это снижение сделали бы уже год тому назад. Более того, реестр является серьезным административным барьером и для самих субъектов рынка, так как используется для наложения на субъектов рынка определенных обязательств и ограничений вплоть до государственного ценового регулирования. Учитывая вышеизложенное, предлагаем пересмотреть подходы по введению государственного реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее монопольное положение, для чего создать соответствующую рабочую группу из числа заинтересованных госорганов. Для ясности я просто скажу, что в государственном реестре субъектов рынка, доминирующее монопольное положение, не входят это субъекты естественной монополии, а там сидят. Это где-то может быть хлебопекарня, или же мелкомбинат, или цементный завод и так далее. То есть те субъекты, которые находятся в рыночной среде.
Пятое. В условиях глобализации и усиления интеграционных процессов антимонопольное законодательство Казахстана в сравнении с законодательством развитых стран по-прежнему остается либеральным, то есть открытым. В этой связи по мере усиления интеграционных процессов антимонопольное регулирование должно выйти на новый уровень, при котором субъекты не смогут реализовать какие-либо серые схемы на территории Казахстана. Данную задачу можно реализовать посредством усиления международного сотрудничества в области противодействия нарушениям антимонопольного законодательства. Так, помимо членства в Межгоссовете по антимонопольной политике стран СНГ и международной конкурентной сети, мы полагаем расширить его, создав евразийскую конкурентную сеть с размещением ее правления и секретариата в городе Астана, что, в свою очередь, потребует дополнительных расходов. Данная инициатива была поддержана коллегами из других стран на заседании круглого стола, проведенном в рамках 6-го Астанинского экономического форума. Кроме того, принято совместное решение о создании Координационного совета по конкуренции стран ЕЭП и Таможенного союза в формате 3+1. Кроме того, по аналогии с модельным законом о конкуренции, в рамках работы указанного совета планируется разработать единую стратегию, направленную на защиту и развитие конкуренции в странах Таможенного союза. Помимо этого, готовится подписание план мероприятий по взаимодействию агентства с комитетом конкуренции ЮНКТАД. Также проводится работа по вступлению Казахстана в комитет по конкуренции ОЭСР, который находится на начальном этапе. В этой связи предлагаю в целях повышения оперативности и четкой координации разработать алгоритм действий каждого госоргана с профильным комитетом ОЭСР и выйти с инициативы данной организации о подписании дорожной карты по присоединению к конвенции об учреждении ОЭСР. В заключение хочу добавить, что конкуренция не является конечным результатом, а служит средством достижения общих целей, связанных с развитием эффективности и гибкости экономики, повышением благосостояния населения и конкурентоспособности отечественных товаров на мировых товарных рынках. Спасибо за внимание.